Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем обозревать моды к Скайриму. Сегодня у нас 3 мода. Что ж, давайте приступать. Первый мод самый легкий такой, можно сказать, на разогрев. Это, как вы видите, открытые шлемы. То есть теперь все шлемы, которые были закрытыми, становятся открытыми. Вот, например, как обычный шлем стражника. Теперь он имеет глаза, и теперь мы можем увидеть твою шею, дорогой товарищ. Видите, в этом шлеме нет. Еще сейчас на пробу покажу несколько шлемов, чтобы вы убедились, это дань реализму или доработка текстур. И теперь, к примеру, такие шлемы, как имперский стальной шлем. Пластинчатый, который был раньше закрытым. Все шлемы стражников, всех городов, соответственно. Эбонитовый, который теперь, как вы сами видите, подгоняется под черепушку именно конкретного персонажа, чтобы отобразить его лицо. И даже маски драконьих жрецов приобрели, собственно, под собой, какого-то человека. Неплохой мод, добавляющий, более-менее реализма. И текстурки стали, согласитесь, более доработанными. Ибо сквозь что смотрели драконьи жрецы, или, например, мне, например, было отвратительно смотреть на тот старый эбонитовый шлем, в которых вместо глаз была тупо пустота. Теперь это стало куда лучше. Переходим к следующему моду. Следующий мод — это драконий эбонитовый сет. Соответственно, добавляющий в игру новый сет, который создается из драконьей кости, чешуи и, собственно, эбонита. Эта броня является немножко дисбалансной, потому что если ее заковать, то она получается намного лучше, чем даже прокачанный сет драконьей брони. Она также прокачивается и протачивается, поэтому, то есть с этим нет никаких проблем. Все зачарования недоступны, как и на обычной. Смотрим простое сравнение. Драконий панцирный шлем 146-138. Вроде разбежности никаких нету, но при заточке его до легендарки получается цифра, которая превосходит стандартный драконий панцирный шлем. Выглядит это все довольно забавно. Тут есть несколько вариантов шлемов. Как вы видите, их есть 7. Это драконий капюшон. Это обычный шлем, который был вот закован в таком черном цвете, то есть металле и эбоните. Нордский шлем, который был переделан под драконий манер. Второй нордский шлем. Типичный шлем Довокина. И тот же шлем Довокина, но, как видите, вот с такой кольчугой, защитой шеи. На драконий щит были добавлены вот такие вот оковы. То есть оно все стало выглядеть, по моему мнению, лучше. Это обычные драконьи перчатки. А вот это уже эбонитовые. Выглядят они получше, по моему мнению. Вся эта броня является тяжелой, легкого варианта в ней нет, потому что, все-таки драконья кость и эбонит — это очень тяжелые металлы, точнее материалы. И вот, собственно, сапоги. Если сравнивать по виду, даже тот же драконью чешуйчатую броню и вот драконью эбонитовую броню,
была заменена шкура дракона на эбонитовую кольчугу, которая была вшита под броню. Это смотрится довольно эффектно, и эта броня мне очень нравится. Также и здесь. В варианте тяжелой брони шкура дракона была заменена на эбонитовую кольчугу. Как вы видите, доспех дает 301, стандартный. А эти доспехи дают по 314. Я повторюсь, все они зачаровываются и все они протачиваются. Я выбрал себе вот именно такую сборку этой брони. Как я уже говорил, она вся тяжелая, то есть вы можете подобрать абсолютно любое, то есть можете взять капюшон, можете взять любые варианты шлемов, которые вам понравятся, и, соответственно, выбрать перчатки, окованные эбонитом, то есть они есть там двух вариантов, либо как в тяжелой броне, либо как в легкой. Я выбрал себе окованную эбонитом драконью броню, именно легкую, как она была, и тяжелые перчатки и тяжелые сапоги. И выбрал вот этот вот давакинский шлем с защитой шеи. Смотрится очень внушительно. Вот эта вот эбонитовая кольчуга, которая повсюду прошита, очень классно смотрится и на шлеме, и под броней. Все вот эти вот металлические вставки, точнее эбонитовые вставки, очень круты. Единственный минус этого мода, этой брони, то что она слегка дисбалансна. Ее нету, ну по крайней мере этой версии, которая установлена у меня, нету в листах лута. То есть вы не сможете ее найти, вы сможете ее только лишь сковать. И соответственно у врагов не может быть одета этой брони. Если вы только сами не передадите, например, вашим спутникам. Только так. Это небольшой дисбаланс, но броня, во-первых, лорная, то есть она слегка только переделанная, и в плане характеристик, а так, броня красивая, броня лорная, всем советую. Ну и последний мод на сегодня это дом под названием Falas Paranion. Прошу прощения, если неправильно прочитал. Это очень скромный мод, который находится на стадии альфы. Мне просто с ним повезло на самом-то деле, потому что, ну, дальше вы, конечно, все сами увидите. Скриншотов как таковых не было. Были лишь маленькие-маленькие картинки, отрывки из того, что есть в доме. Даже вот по внешнему виду, по входу, он, ну, не блещет креативностью, да? Но все в корне изменилось, как только я зашел в дверь. Я увидел нечто подобное. С первыми впечатлениями это, конечно, не сравнить, но как только я увидел мать дымок, вот на таком постаменте, и вот такой вот орнамент, собственно, всего этого. Искусственное солнце. Остатки спелов. Око Магнуса, которое тут крутится вместо диско-шара. Меня это все, ну, слегка удивило. Особенно вот этот вот постамент. Здесь мы видим ключ. Записку. Драконорожденному. Авторский меч. И книга про альфа-версию. 0.1, то есть первая версия. Довольно креативно это все сделано. Ну, то есть, как... Меня просто это удивило, да? Я не думал, что тут будет что-то еще. Но это не все на самом деле.
это лишь початки, но эти початки мне сказали о довольно творческой личности создателя. Давайте посмотрим еще на меч. Вот такую вот цацку нам в подарок организовал, собственно, разработчик этого мода. Меч классный, меч черный и весь такой зловещий. На нем нет никаких эффектов. И он не отображается в руке. Но отображается вот на поясе. Не знаю, зачем это было сделано, но все-таки альфа-версия. Наверняка разработчик хотел просто показать, что он может. Давайте дальше осматривать его владение. Это такой небольшой садик. И почему-то тут проблемы со светом. Ну, как мне кажется. Тут у нас выращивается алхимический ингредиент. Мод английский. Поэтому перевода ни тех записок, ни того всего я не делал. Ну, то есть я его не знаю, я не вчитывался. Вот такой вот небольшой предбанник. Не спешите выключать это видео, потому что я показываю лишь пока самые неинтересные части дома. Самое сладкое дальше. Пока что в доме всего две двери. Это лифт. Тут есть несколько кнопочек, которые пока не работают. И есть торговый автомат. Который выбрасывает от нам всего лишь одну бутылочку. Разработчик еще, наверное, не придумал, как сделать массовый выброс этих бутылочек, но это довольно интересный способ отвлечения внимания, вот, собственно, в таком вот, в этот двемерский куб, вот в таком вот лифте. Ну вот самая проработанная часть этого дома. Самая красивая и самая креативная. Сразу при входе нас встречает хорошо проработанный стенд. Это отсылка к одному из лучших мододелов. К сожалению, я не помню его имени. Но не будем об этом. Собственно, его мод на спел. На мечи. И как искатель приключений дерется с драконьим жрецом. Довольно красивая, собственно, такая вот постановка. Изломанный меч. Это лишь при входе. Довольно красивый, собственно, сам интерьер. Небольшие фонтанчики, карликовый дракон. Небольшие проблемы с освещением, к сожалению. Но, повторюсь, это ранняя-ранняя альфа. Самая первая версия, поэтому можно многое простить. Вот такая вот небольшая купальня. Она очень здорово выглядит. Тут еще не все доработано, но вот здесь вот, стекло. Там плавает лосось. И сейчас. Музыкальный автомат. Декоративный, само собой разумеется, но может быть что-то и придумают в конце концов.
фальшпанель с тайником. Первый секрет. Факел потух. Осмотрим еще эту часть комнаты. Тут у нас книжные полки, прикольные картины, какой-то странный мутированный шлем, но выглядит забавно. Нордский шлем с внедренной в него головой дракона и маленькой черепушкой сверху. Забавно. Маленькая-маленькая ваза с можжевельником. Крыша в ваковирском стиле, как в этом, как в храме клинков. А вывеска из ночных врат. Здесь же небольшая кладовочка, где мы можем хранить свои продукты. И часы, которые, ну, сделаны довольно интересно. Вот это, кстати, холодильник. Очень и очень креативно. В гробу Матери Ночи спрятан, собственно, сам айс-генератор. Генератор холода. По-другому не могу перевести. Небольшой рассказ про кухню. Тут нам Азура готовит кушать на такой импровизированной плите. Вот эти вот панели, насколько я помню, из Саундгарда. И, собственно, место для готовки. Как вы видите, с одной стороны овощи, тут котелок. А здесь у нас жарится маленький-маленький огненный атронах. Очень забавно. Этот мод еще далеко, далеко не совершенен, но он крайне-крайне хорош. Креативность создателя, ну, таких домов я еще не видел. Я видел множество скопированных, множество недоделанных. Как знаете, как пытались скопировать самые популярные моды, но что-то пошло не так, да? А здесь, я даже не знаю, мне вот просто нравится визуальные такие вот, собственно, креативный стиль. Давайте включим свет, почему бы и нет. Гравитационный фонтан. Это просто прелесть, но вот... Ну вот где вы еще такое видели? Круто. Один из самых красивых стендов для оружия, который я вообще когда-либо видел в Скайриме. Музыкальный аппарат, который, ну, к сожалению, пока что не работает. И, собственно, в этой комнате доведенный до ума аквариум. Там штучное солнце и плавают рыбки. Тут не помешало бы побольше света, но я думаю, на пока этого достаточно. Тут тоже еще одна небольшая сценка из жизни Довокина. Сама смерть. Искатель приключений.
сражаются между собой. Дракон, драугры, которые вылетают из своих гробов. И искатель приключений в двемерских доспехах. Классная постамент, классная постановочка. И очень-очень красивая. У нас тут даже есть летающий трон. Да черт возьми, забавно. Как минимум. Здесь у нас барная стойка. И алхимические принадлежности. Местный охранник. И небольшой пейзаж. Светильник, сделанный из, ну, как видите сами, звезды. Меридии, по-моему. И сияние рассвета. Очень классно. Еще одна сцена. Нападение дракона на город. Похоже на Солитюд, кстати. Очень и очень здорово. К сожалению, не получается посмотреть поближе. Хочется это все рассмотреть. И самого дракончика. Как видите, его дыхание сделано круто. Это все спылы, собственно, которые были перенесены и уменьшены в размере. Я немножко занимался мододелством. Лишь для того, чтобы знать, насколько сложно все, что делают, ну, настоящие мастера. Это кнопка, которая пока, к сожалению, не функционирует. Ну и вот, собственно, лежанка. Кнопки для того, чтобы включить и выключить свет. Даже можно факел убрать. Где вы видели еще такую лежанку? Ночнички и настоящий, не знаю, аудиокнижка, что ли, перед сном. На спеллах. Дом на самом деле офигенен, даже сейчас. Только вот эти вот две комнаты, пускай там есть еще небольшие недоработки, вот именно в этих двух комнатах, но тем не менее, вот только это уже очень и очень достойно. Красиво и хорошо. Если учитывать то, что мод находится на версии очень ранней альфы, как вы видели, это альфа серии 001, это все выглядит крайне и крайне достойно. Пускай тут и еще есть проблемы. Но я бы очень хотел, я даже вот попробую связаться с разработчиком, который это все делал. Мне очень понравилось. Такой креативности, ну, я еще не встречал. Может, мне просто моды не попадались. Но вот все это офигенно. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Сегодня мы посмотрели
Три интересных мода. Первый это открытые шлемы. Второй это драконе-эбонитовая броня. Ну и третий это фалосмурон. Фалосмурон. Чал, блин, простите. Фалосмарун. Господи Иисусе. Дом. Просто дом. Офигенный креативный дом. Надо будет связаться с разработчиком, если, конечно, у меня получится. Но нельзя этот мод забрасывать, он охеренный. Я уже давно такого не видел. Всем спасибо, дорогие друзья. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. До новых видео.